Вот мы сейчас на поверхности Ганимеда и приближаемся, вот синий это стыковочный модуль. Вот мы сейчас будем пристыковываться к нему. Следующее включение через 2 минуты. Так, а мы заметили сейчас ганимедян. Вот они, ганимедяне, около нашего стыковочного модуля проходили сейчас. А вот мы приближаемся к стыковочному модулю. Будем заходить на нашу станцию. Ганимедяне вышли со станции. Они проводили переговоры с землянами на тему доставки хлебного кваса. Так, а мы стыкуемся. Снизить скорость. Пристыковываемся. Все, стыковка завершена. Заходим на космическую станцию. Вот наш стыковочный модуль 7P200 модели. Мы на станции сейчас, на межкосмической. Идем встречать наших сожителей. Так, а вот и они. Наши сожители. Мы идем с ними знакомиться. Паркуем космические аппараты. Все. Заходите. Вот здесь висит табло, когда с каких планет прилетают космические корабли. Вот, ожидаем следующего космического корабля через час. Вот это лазерный магнитный обогреватель здесь. И вот здесь место встречи инопланетян. Вот такая вот межгалактическая станция Аполлон-7. Так, вот здесь наша станция располагает газовым нагнетателем модели 200М3. Ультрасовременный газовый нагнетатель. Если в атмосфере Ганимеда заканчивается кислород, то вот нагнетает. Так, межгалактический корабль модели Starship N203 приближается к нашей станции. Странный космический корабль, согласен. Странный. Так, сейчас пойдут. Он остановится. Свои гравитационные тормоза включит. Сейчас услышите звук их работы. Вот, да, странный. Вот. Слышите, тарахтит. Это как раз тормоза. А вот выходят сатурняне, выходят. Кто еще? А вот один сатурнянин только. Сейчас наш космонавт попробует поговорить с ними. Так, а старший поехал дальше, полетел дальше. Разгон до сотни за полсекунды. Вот. Сатурняне идут. Вот звездный буксир. Какой модели? Звездный буксир модели Т-1000. А это разгонные модули лежат. Вот здесь, а вот он еще Т-1000. Так, а там у нас космические строительные войска. Вот. В общем, Ганимед осваивается очень ударными темпами. Так,
Ой, так, это сторожевой космический пес. Ну-ка, поговори с ним по-ганимедски. Да, отвечает, видишь, тоже. Вот роторный кислородный нагнетатель R1U. Он нагнетает кислород в строительную технику. А мы сейчас находимся на старой космической базе Ганимеда, которая горела 200 лет назад. Вот она. Раньше здесь, сюда прилетали все пассажиры с космической станции. Это был межгалактический отель. Здесь находился наверху, здесь как раз вот огнедышащий марсианин прилетел один, и вот он икнул, и загорелся кусок отеля. Прибывает очередной межкосмический старшим с пассажирами на борту. Гравитационные тормоза работают по полной, на 100%. Вот, сейчас пассажиры будут выходить. Ваня проснулся? Да. Да, Ваня проснулся. А вот у нас космонавт проснулся. Так. Космонавт наш проснулся. Вот. Межгалактический ускоритель ER2-1342. Ну, привез кого-то, давайте посмотрим, есть ли какие-то инопланетяне. Нет, никого не привез. Возвращаемся обратно на Сатурн. Ну, а Сатурна уже на Землю, получается. Сатурна на Землю. Да. А вот идет сатурнянин как раз. А ну поговори с сатурнянином, Петь. Поговори с сатурнянином. Ага. Ну и чего? Получается?